Спасибо вам огромное за то, что вы делали. Достаточно успешно свое дело. С благодарности врачам за работу в непростой год пандемии началась встреча депутатов с коллективом детской поликлиники на улице Говорова. Пользуясь случаем, медики обратились к гостям с просьбой. Дело в том, что в поликлинике неисправна система кондиционирования, а работать без нее в такую жару не всегда комфортно. Депутаты решили подойти к решению проблемы системно. Уже не первое лето, значит, у нас лето жаркое. Не во всех помещениях и не во всех больницах и поликлиниках есть кондиционеры, а где-то они есть, но по каким-то причинам не работают. Поэтому думаю, что в эру глобального потепления надо уже думать, что мы, хоть мы и северная страна, но летом бывает жарковато. И жарких дней становится больше и больше в году. Поэтому, наверное, вот это вот одна из задач, которую надо на будущий период себе поставить. Депутаты и общественники заглянули в расположенную по соседству женскую консультацию. Поинтересоваться, всем ли довольны работающие там специалисты. Одной из просьб стало обустройство детского уголка в медучреждении, наподобие доброй комнаты, открывшейся в детской поликлинике. Ведь молодые мамы часто приходят в женскую консультацию со своими малышами. Также врачей интересовал и комфорт городской среды. Везде, в принципе, одно и то же. Касаемо благоустройства, капитального ремонта, либо реконструкции, либо все, что связано с улучшением жизни человека и различного рода строительства, либо ремонта. То, что мне близко и понятно абсолютно. Гости пообещали медработникам решить самые актуальные проблемы в первую очередь. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».